Итак, очередная посылка с Gearbest'а. Это провод SPDIF, коаксиал, то есть работа цифрового. Покупал специально для Bluetooth Logitech, чтобы можно было с аудиопроцессора звук подключать по Bluetooth с телефона, с другой любой техники, которая имеет технологию Bluetooth. Провод вроде как бы оригинальный в Xiaomi. Давайте посмотрим, что это за провод. Упаковка, конечно, оригинальная, не знаю, может быть и нет. Но обычный провод по жесткости очень напоминает оптику. Жесткость такая, но может изоляться на штекерах. Никаких нанесений, то что это Xiaomi, нет ничего такого, нет. Будем пробовать, если что, в комментах к видео опишу, работает это или нет.